знаете эти места? Мы с Денисом здесь на велике ездили. В общем, я сейчас еду в соседний городок на станцию, куда приедет Елена. А почему она не могла здесь выйти, интересно? Почему она туда приезжает? Не поняла я. Кстати, о птичках. Или у нее просто именно до туда идет? Интересно. Ну, короче, еду в соседний городок за ней, она там приедет. Она у нас в Москве, ой, в Ростове, вернее, была. И сейчас я не знаю, что она там, с самолета на поезд, что ли, я так не поняла. Ну, в общем, она там на этой электричке приедет до города Сан-Сюльпис, до вокзала. Кстати, вот здесь вот поворот налево, да? И это если потом Дениса везти в этот, в лицей, в котором... В принципе, все недалеко от дома. Кладут новую дорогу, смотрите. О, а здесь уже новенькая дорога. Короче, мы с вами в том городке Сан-Сюльписе, где у нас подземное подземелье, вот это вот интересное такое, сутеран, в котором мы ездили. О, какую дорогу здесь сделали, обалденно. Подъедем на вокзал, и Лена должна будет уже выйти там. Городочек, смотрите. Маленький. Вон там у нас вокзал. Так, Еленоч, ты где? Вот вокзал, вот Лена. Уставшая, конечно. На самолете ты откуда? И заехала вот сюда. Вот этих еще не было, бортиков вот этих. И, наверное, их после меня поставили. И я по лестницам такая чпок-чпок-чпок и съехала. Но... Да. Я почему-то вообще не это... думала, это въезд был. Прям по лестницам, реально. Машину не поломала? Нет. У меня Денис такие глаза, и все люди такие. А мы приехали в бассейн сюда. Вот сюда, в бассейн. Флага, российского. У российского флага не было, да. Это не 9 мая было. Смотри, как красиво я все езжу, это любуюсь красками осени. Что там у вас в Швейцарии с красками осени? Все нормально. Да, кстати, красиво очень. Лесо. Сейчас ты посмотришь, здесь такая лиственница просто. Да, да, да. Такая лиственница. Девясь. Нас вынесло, и мне туда не надо, я боюсь. Не надо, мама. Красиво. Не, тебе надо стричь. Я помню, короткие стрижки тебе очень идет под твою фигуру. Косметические процедуры, оздоровите. Виноградники, смотрите. Оранжевые такие, смотрите. Прелесть. Отвезла Лену. Едет домой, потом опять за Денисом ехать. Мне сейчас нужно, у меня там резервация прошла, мне нужно там поубираться, ну, последний марафет как бы перед завтра, на неделю зарезервировали, я так думаю, что какие-то работнички, написано 3 человека, надеюсь, они не пытаются меня надуть опять, что вместо 3 там приехать 7, будем строго следить. Лишние подушки не забыть, лишнее одеяло из дома убрать.
три человека, три одеяла, три подушки, все. А дальше уже, если будут, если захотят еще кого-то, то тогда будем выдавать. Строят. Я так думаю, что это будет место для отдыха. Вот такое, знаете, когда съезжаешь с трассы, как бы. Прикольно. Пусть будет. И вообще говорят, что скоро у нас вон там около дома поля, которые... Ну, такие небольшие поля. Вот начиная отсюда... Вот, вот эти вот поля. Они будут все застроены какими-то компаниями. Здорово. Буду для них маркетинг делать. Опять поехала. Сколько на дню я езжу, короче. Сейчас за Денисием. За Дионисием. Потом он поедет к папе. Я его заберу, он сейчас уберет свою комнату наконец-то, обещал мне. Потом папа за ним приедет, а я отчалю к дочери, сегодня с ними вечерок проведу. Вот. Кстати, по поводу того, почему Денис не ездит на междугороднем, я уже говорила, да? А еще к тому же мы не можем найти его карточку, она, короче, у меня где-то. Он там клеил у меня в сентябре в кабинете свою фотографию на нее. И где-то там она у меня в кабинете и потерялась. И нам некогда ее найти. Блин. Посмотрела я, сколько мне будет стоить пансион в этом лицее, короче, в котором я хочу на будущий год Дениса отдать. Ну, чтобы он там с ночевкой 4 дня, в общем, в неделю получится ночевка, в среду домой будет приезжать. Среду и выходной. Получается, полупансион, который у него сейчас, ну, то есть он там обедает, это считается полупансион, мне выходит в 190 евро в 3 места. Страшный день пейзажа, смотрите, просто. Смотрите, какая ржана уже, вау. Супер. Так, я сейчас особо трындеть не буду, просто скажу, что это суббота, и я еду на Браканты. Потом мне нужно срочно вернуться, еще купить бутылку газа, потому что у меня в доме кончился. Вернуться, потому что потом приедут жильцы. А здесь у меня, я вижу, на GoPro-шке кончается батарейка. Не могу я не ездить в эти Браканты, потому что постоянно там что-то, какие-то шедевры я нахожу за копейки. Даром практически. И что-то они даже мне потом кладут даром, потому что я так там много покупаю. В общем, и плюс еще они скоро закрываются, к сожалению. Накупила! Довольна я. Короче, сейчас еду домой, потому что газ у меня кончился, не смогла кофе сварить. Сейчас все какая-то сонная, еду, блин. Надо купить бутылку газа. Насколько мне хватает, смотрите, в гостинице бутылка газа была больше года одна, которая стоит, ну, что-то там около 40 евро бутыль, и это было больше года, но там люди как бы не всегда готовили, скажем так, вот, но хотя там газовая плита, 5 конфорок, еще и духовка газовая тоже, у меня духовка электрическая, мне хватает где-то на 3 месяца. Бутылки газовые. Тоже где-то стоит около 40 евро. Уже Новый год. Представляете, в ноябре, в середине 50-х. Коммерция. Тут какое рождественское настроение, когда здесь прям вот осень. А уже везде в продажах все рождественское. По-моему, сколько тут написано? 14,5 что ли кило. Что-то вообще непонятно, где тут написано, честно говоря. Кося. Короче, разрядился у меня GoPro-шкой. Смотрите, кстати, на телефон намного лучше снимает. GoPro-шка только на солнце. Короче, вот здесь написано, что здесь 10 килограммов, ну, литров, как он там, газа этого жиженного. 4,5, 4,9, сама вот эта весит штука, пластик вот этот.
Итого 14,9 килограмм. Типа написано до 2033 года этот газ. Ну, в общем, мне хватает вот этой бутыли 14 литров за 32 евро. Где-то на 2,5 месяца. Вот так вот. При том, что мы готовим ежедневно, очень часто на газу. Вот здесь в гараже у меня такая система, ниппель. Короче, здесь шланг находится, который труба дальше газовая, она идет туда по всему дому, по низу, где-то под полом, идет туда на кухню из моего гаража. И вот это вот нужно теперь снять. Вот такая штука специальная. Как она снимается-то? Короче, надо вот так сделать, похоже. Вот эту нажимаешь, снимаешь, вот. И теперь ее, вот эту штуку, нужно одеть. Вот это уже пустая бутылка. Это мне тоже нужно ехать покупать. Я покупаю, чтобы у меня стояла запасная. Но это не разрешено, типа, во Франции держать две бутылки. Ну, мало ли что не разрешено. Фу, воняет. Там чуть-чуть осталось, видимо. Короче, вот эту нужно срезать, штуку пластиковую, и потом вот эту штуку туда ставить. Сейчас сделаем. Короче, вот такая тут системка. И сюда мы ставим вот это. Так. Блин. Короче. Вот так. Хопля. Нет, не так. Короче, все встало, да? Все держится. Нормально. Теперь нужно сделать так. Вот так. Пшик. И туда пошел газ. Теперь мне нужно открыть на кухне и проверить, пошел ли он. И сварить кофе наконец-то. Блин, сейчас, конечно, уже... Сейчас, конечно, уже время, когда не стоит пить кофе, казалось бы. Но так как у меня какое-то давление низкое, непонятное... Я все-таки сварю, тем более, что мне сегодня ехать ужинать со старичками. Наташа, извини. С Наташей и Тьеном. Они меня позвали в ресторан сегодня вечером. Все, зажгла. Делаю кофе, не обращайте внимания на мой бардачок. Кстати, напишите в комментариях, сколько у вас стоит литр газа, скажем так. Тут получается, значит, 10 литров стоит 32 евро. Мне их хватает, этого газа, мне хватает на 2 месяца. Ну, давайте, не 2,5, 2, на 2 месяца. Сколько у вас стоит на 2 месяца газ? Вот интересно. Что купила вчера на барахолке? Барахла. Сейчас покажу. Смотрите, вот такой свитерок. Как ни странно, вот такого летнего цвета, но он очень теплый. Я так думаю, что это акрил, наверное. Не обращайте внимания, у меня здесь все, короче, в один момент все, короче, происходит. И покраски, и все остальное. Короче, смотрим на свитер. По-моему, это ручная работа. Точно наверняка кто-то вязал. В общем, вот такой вот свитерок. Приятненький. Я все время по рукавам. Мне очень нравятся всякие формы рукавов интересные. Вот, например, такая. Здесь нет никаких этикеток, я так поняла, что это, наверное, вручную связанный. Люди, ну как не купить такой свитерок за 1 евро, скажите? Это же прелесть. Постираю его в каких-то отдушках, будет вообще супер. У нас с вами снова солнечный классный день. У нас там приехали в тот дом 3 мужика, такие... Да, мадам, да, мадам. Я говорю, так, тапочки, вот это, то, все, не забывайте, вот этот обогреватель не включайте сильно. Вот так вот он работает, тра-та-та. Да, мадам, да, мадам. Такие мужички, ну, уже взрослые моего возраста примерно, и по, ну, помладше, может, там от 30 до 40 с чем-то. И, короче, ну, такие все, да, мадам, слушаемся. Слушаемся и повинуемся. Супер. И вот даже в воскресенье, я смотрю, сейчас они уже это, отъехали. Ну, может, конечно, куда-то поехали гулять, а может, и работают по выходным. Здесь потому что так приезжают, и прям даже по выходным работают. Я очень люблю, когда никого нет, потому что можно выйти там, в саду что-то поделать. Лот номер 2. Какая-то вот такая марка. Вот взяла только вот из-за таких пуговиц. Прям я не знаю. Но вообще очень нежное вещество. Кофта — это очень нежное вещество, говорю, господи. Материал.
У меня впечатление даже, что кашемир. Где тут этикетки? Они вот все срезают, французы, они не любят оставлять этикетки, потому что там, ну, типа, корябает по телу, то есть, то все. Короче, здесь срезана этикетка. Ну, вот надо посмотреть M&V, какая-то компания. Ну, вот прям очень похоже на кашемир. Просто прелесть. Вот такая вот классика. И еще раз, все эти, все кофты, каждая по 1 евро. Так, вот такая, вот такой жилетик. О, блин, короче, сейчас разложу его. Он пока мятенький. Ну, вот тоже чего-то там такое похожее на кашемир. На Damart. Кто знает такую компанию Damart? Такие вот пуговки. Тоже пойдет он у меня в одушки во всякие. Damart. Короче, здесь вообще такой бешеный состав. Вискоза 50%. 52%. Полиамид 30%. 10% этого ангора. 4% кашемира и 3% шерсти. Представляете? Это вообще прикол просто. Такое приятное. За 1 евро. Я в шоке просто. Понравилось мне очень вот эта водолазка. Короче, я была в этот раз по кофтам. Вот эта водолазка очень понравилась. Прям как новенькая совершенно. Такая вот. Кто это? Сейчас скажу. Арман Терри, между прочим. Афинитэ. Тоже очень приятная на ощупь. Я так думаю, что это шерсть сейчас. Пожалуйста. Акрил 50% и 50% меринос шерсть. Ну, вот эту даже не знаю, зачем я взяла, но такое повседневное, как бы. Эпкасуал какая-то, Эмма, перс, чего-то там. Мне просто понравилось, что она такая простая. И вот сзади у нее на спине вот такой вот всплеск. Я так думаю, что это больше хлопок, наверное. И вот еще такая хлопковая такая кофтка. Nothing else. Сзади такие вот крылья ангела. Металлические. Ну, просто такая, знаете, под джинсу какую-нибудь. Короче, я была в этот раз по кофткам. Да, еще прихватила шарфик. Мне понравился. Он такой, такой. С отливом, короче. Такой сиреневатый с отливом. Такой вот. И он прям вот такой широкий. Вот. Мне нравится. 50 центов. 50 центов валялась штучка. Для ванны пригодится. Бесплатно радио. Дениса там знают хорошо, говорят. Вот возьмите ему радио, работает хорошо. Радио-будильник. Как раз в его комнату стильную подойдет. Ну, короче, я накупила целую кучу посуды опять. И декорации для дома. Например, вот, смотрите. Деко. 2 евро. Такие большие вилка с ложкой. Повесить в тот дом на кухню. Декорация такая. Прикольно же. Когда ты собираешься в ресторан, и тебе нечего одеть. Короче, вот это незаменимая вещь. Девочки. Вот такой палантинчик, и все. И можете внутрь надевать, что вы хотите. О! А еще одела вот такие вот осенние сережки. Не знаю, видно тут или нет. Вот, осенние листики. И вот такой чокер. Вот тебе и все, и готовенько. Супчик с крабами и со спаржей. Ням. Смотрите, это личи и утка. Здесь вот такой вот рис моим спектаторам. Это вот такой ресторанчик. Мы тут все сидим с подругами и другом. За кадром слышите, с кем мы сидим, да? Я покрасила стену 2 слоями этой... Подложка под краску, знаете, сукуш называется по-французски. И также я покрасила вот эту железную структуру вот таким специальным анти...
как она, ржавчина, антиржавчина для, ну, в общем, под краску такая штука. Кто знает, напишите в комментариях. И это, кстати, штука не акриловая, а масляная, так что она здесь воняла. И сейчас я открыла красочку нашу любимую, которая вот такого цвета будет, вот такой приятный цвет. Та-дам! И что я вижу? Она не такого цвета, как на картинке. Более такого, как это, лазурного, так скажем, да? Ну, не знаю. Или мне так телефон передают? А, нет, это телефон так передают. Она более голубого здесь. На самом деле она более зелененькая. Ну, в принципе, похоже на то, что на картинке. Короче, в любом случае, мы имеем, что мы имеем. Сейчас я ее закрою. Короче, вот наша голубая утка, да? Но она не такая спокойная, как здесь на картинке. Она, мне кажется, поярче. Посмотрим, как она будет на стене. Ну, я-то уже раз такая и попробовала ее. Опа! Вот такая. Ну, блин, ну какая-то... Это один слой, конечно, здесь будет три. Но мне кажется, это гиперяркий, прям люминесцентный какой-то. Тут намазала на стену чуть-чуть зеленкой, честно говоря. Ну, опять же, это один только слой я помазала. Когда будет глубокий, надеюсь, что будет хорошо. В общем, начинаю мою безумную идею с покраской вот этой стены всей в цвет голубая утка. Дальше вот это будет покрашено сначала подложкой под... Как по-русски называется? Сукуш по-французски. Вот то, что мы кладем под краску, чтобы лучше сцеплялось, ровнее было там, и так далее. Будет покрашена вот эта структура, и она тоже будет такого же цвета. И с зеркалом здесь. Ну, в общем, сначала это выглядит вот так, как зеленка, видите? И потом покажу, как это будет выглядеть. Я от своей идеи не отказываюсь. Хочу и все. Покажу потом, как это будет выглядеть в глубоком цвете. Пока еще не поняла, что я буду делать вот с этой штукой. То ли тоже в такой же цвет красить, что логично. То ли что-то деревом тут как-то обделывать, как-то, я не знаю. Ну, в общем, напишите в ваших комментариях, что вы думаете об этом. Стоит ли мне вот так вот продлить как бы как будто дерево тут? Или же закрасить все? А вот как на мой телефон выглядит этот цвет. Но нет, все равно он больше голубой здесь получается. Ну, это один слой. Потом, когда будет второй, еще будет глубже и понятнее, скажем так. Ну, я довольна этим цветом. Мне именно такой нужен был. Так, включу-ка я свет. Ну, ничего не изменилось. Она еще пока что сырая и вот одним слоем. Ну, уже что-то похожее вырисовывается. Вы поняли, да, что за цвет? Как здесь красиво. Как здесь красиво, боже мой. Чтобы вас не снять, а то мне по башке пролетит сразу. Крэмбл из чего? Чоризо. Колбаски такие. Первое блюдо. А у вас что? Крок месье. Смотрите, у меня тут теленочек с чем-то, с картошечкой, с каким-то соусом. Тут рыбка.